Hello guys, how you doing? My name is Lobson. I'm from Trimax team and I'm going to teach you how to do the test in the right way without tricks. For do that, I have a friend of mine, his name is Peter, and he's going to helping us. Please, Peter. How you doing? You alright? Yeah, thank you. Тест на устойчивость. Правильное положение тела для этого теста. Ноги сведены вместе и выпрямлены. Тело в вертикальном положении. Руки соединены за спиной и пальцы скрещены. Позвоночник прямой. Очень важно, чтобы во время теста человек сохранял исходную позицию и все время держал позвоночник прямым. Тело не должно сгибаться или наклоняться в сторону. Давление нужно оказывать всегда вертикально. Поставьте кулак в ладони тестируемого и нажмите вниз. Дайте ему Trimax и повторите тест. Вы можете применить больше силы и даже опереться на его руки всей своей тяжестью. Тест на баланс. Правильное положение тела для этого теста. Ноги сведены вместе и выпрямлены. Руки вытянуты в стороны и расположены под прямым углом по отношению к туловищу. Позвоночник прямой. При демонстрации этого теста важно объяснить человеку, что он не должен двигаться и менять положение тела, в то время как на него оказывается физическое давление. Он должен сопротивляться давлению в противоположном направлении. Если испытание проводится с правой рукой, человек должен поднять правую ногу. Если испытание проводится с левой рукой, он должен поднять левую ногу. Нажмите на руку тестируемого в локтевой области, пытаясь вывести его из равновесия. После этого дайте тестируемому Trimax и повторите тест снова. Повторите это 2-3 раза с каждой рукой. Тест на стабильность. Правильное положение тела для этого теста. Сесть на пол, собрать ноги вместе и согнуть их в коленях. Руки скрестить на груди. Тело слегка согнуть под углом 45 градусов по отношению к ногам. Положите одну руку на предплечье тестируемого, а другую на его колено. Нажмите сильно в противоположные стороны, стараясь распрямить его. Нажимайте, пока тестируемый не потеряет равновесие. Дайте тестируемому Trimax и повторите тест еще раз. Вы даже можете попытаться повалить его, чтобы он почувствовал, насколько сильнее стал. Правильное положение тела для этого теста. Ноги сведены вместе и выпрямлены. Руки вытянуты вперед и соединены под прямым углом по отношению к туловищу. Thank you.
Окажите вертикальное давление по направлению вверх, чтобы тестируемый мог почувствовать, в какой момент теряет равновесие. Тестируемый должен сопротивляться давлению в противоположном направлении. Дайте тестируемому TriMax и повторите тест. Влияние сотовых телефонов. Правильное положение тела для этого теста. Ноги сведены вместе и выпрямлены. Правая рука на сердце. Левая рука отведена в сторону и расположена под прямым углом по отношению к туловищу. Нажмите на левую руку тестируемого в локтевой области. Это позволит ему почувствовать, какое сопротивление он способен оказать. Тестируемый всегда должен сопротивляться давлению в противоположном направлении. Повторите тест, но в этот раз попросите тестируемого держать включенный сотовый телефон в правой руке около сердца. Из-за влияния сотового тестируемый не сможет оказать такого же сопротивления, как в первый раз, и испытание может быть выполнено всего двумя пальцами. Попросите тестируемого взять в руку с мобильным телефоном TriMax и положить ее на сердце. Тест на гибкость. Крайне важно убедиться, что человек находится в правильном положении во время проведения этого теста. Ноги сведены вместе и выпрямлены. Руки вытянуты в стороны и расположены под прямым углом по отношению к туловищу. Цель этого теста – продемонстрировать человеку его возможности в плане гибкости. Стоя в исходном положении, он должен максимально повернуть туловище назад, при этом следя, чтобы ноги оставались неподвижными. Дайте ему TriMax и попросите повернуться еще немного. Он сможет это сделать и будет чувствовать себя более гибким.